Интересно, какая модель Tesla у нас показывает запас хода 482 километра на полном заряде? Обнуляем счетчики и путешествие начинается. Друзья, автопилот уже показывает светофоры. Вот загорелся зеленый. Друзья, всем привет! С вами Артур и Tesla Model X Ludicrous Performance. Новейший Model X. И сейчас мы протестируем его. Сколько он сможет проехать в условиях Беларуси? Он переходной? Нет, только электро. Только электро. А на сколько заряда? Снимай. Сутки заряда... хватает? На сутки, да, на сутки хватает. Он долго заряжать надо, да? Ну, от трехфазной розетки 5-6 часов. И сколько стоит такое счастье? Ой, лучше не. У меня лучше не скажите, очень интересно. Около полтинника, да? Да. Ну, ясно. Ну, нормально. Понятно. Ну, бля, зато... Мы видели, сразу охренели. Думаю, вот это тачка. Друзья, я за рулем новенькой Tesla Model X Ludicrous Performance. Всего 4000 машинка пробежала. Это самая топовая Tesla. 2,7 секунды до 100 км в час. 770 лошадиных сил. При желании может взять при этом на борт 7 человек. Это просто песня. Сегодня на автопилоте мы мчим в Светлогорск. Там у меня... гонка на джипах, это другая история. А наша история о том, проедет ли наш Model X, сколько он проедет, 250 километров до Светлогорска, а мы проверим, сколько он может проехать. Вот осталось нам уже 184 километра. Показывает, что с запасом хода в 52% от батареи мы приедем в Светлогорск. Я за рулем новейшего Model X, модель 2020 года. Чем она отличается? Начиная с мая 2019 года Tesla начала выпускать обновленные Model X и Model S, так называемые RAV-N модели. Они отличаются тем, что тут полностью новая пневмоподвеска, которая получила регулировку жесткости. Более мощная зарядка быстрая под суперчарджеры третьего поколения. И самое приятное — это передний мотор от тройки, от Tesla тройки, который обеспечивает порядка на 10-15% лучшую экономичность и больше запас хода. А пневмоподвеска нового Model X имеет регулировку жесткости. Есть режимы авто, комфорт и спорт. Так же, как и раньше, она может сама подниматься и приседать. Я отъездил на Model X самым первым с 16 года, почти 2 года. Хотел найти какие-то отличия. Честно сказать, отличия минимальные. Тут я нашел беспроводную зарядку вместо проводной. Ну и вот, в общем-то, окантовочка монитора теперь не из хромированного пластика, а он темный. Скажем так, визуальных отличий минимум. Основные отличия тут от первого Model X скорее спрятаны здесь, в бортовом компьютере, который уже полностью рассчитан на автономное вождение. То есть он уже видит светофоры, и вот-вот и машина может поехать сама. Не знаю, когда это случится в Беларуси, но вот в США вот-вот-вот-вот. Вот мы проехали уже 120 километров. Идем где-то около 130 километров в час. В таком режиме расход 230 ватт на километр. Показывает, что мы еще 328 километров так сможем проехать. Конечно, 130 километров в час не самый экономичный режим. Но я уже тут, честно говоря, на гонке опаздываю, извините. Хочу еще рассказать для всех, кто уже либо имеет электромобиль, либо думает об этом, но
пытаться остановиться с нулем. Хочу сказать, что на этом маршруте Минск-Солигорск мы две уже проехали, еще одну проедем. Находятся три быстрые зарядные станции. То есть даже имея какой-нибудь самый простенький там 7-летний Nissan Leaf, вы в любом случае сможете доехать до Светлогорска. Вот, друзья, 243 километра позади. И мы уже подъезжаем к месту гонок. Расход 240 ватт на километр. 154 километра еще запас хода. Но мы летели реально в таком гоночном режиме. И ни в чем себе не отказывая. Но сейчас будут гонки. Надо чуть-чуть в других машинках. Отгонялись на джипах и возвращаемся назад. Но тут ситуация накалилась. Наступила расплата за ту высокую скорость, с которой я ехал на соревнования. И теперь у нас запас хода 55 километров, а нам до места 72 километра. И Tesla считает, что мы не доедем. Минус 1% заряда. Конечно, сэкономим парочку километров, поедем не по объездной вокруг Бобруйска, а через город. Но, тем не менее, атмосфера накаляется, скрестите пальцы. Кто считает, что мы доедем, ставьте лайки. Кто считает, что мы не доедем, ставьте дизлайки. И вот с запасом хода в 2 километра, даже не с нулем, прикиньте, мы подъезжаем к зарядной станции. Запас хода, внимание, 1 километр. Надо приблизить. Сейчас пойдем к оператору заправки за картой. Надеюсь. Сейчас нам женщина-оператор АЗС включит зарядку. Вот этот. Угу. Ой, это кнопка аварийного включения была. Да. Ее не надо было нажимать. Давайте сделаем. Угу. Вот это? Да. Вот теперь приложите сюда. Угу. Так, включите кабель и нажмите пульт. Все разобралось. Аллилуйя, мы заряжаемся. Друзья, что могу сказать в качестве эпилога? Мы проехали на Иксе 380 километров. Из них 300 километров в гоночном режиме, ни в чем себе не рассказывали, ехали очень быстро. И 80 в режиме черепахи.
итого 380.